У нас в гостях Ольга. Ольга вчера выступала спикером на конференции ProtExpo. Ольга, скажите, какие вопросы вы вчера затрагивала и что было темой дня? Я представляю региональную сеть магазинов «Семья». Она находится в Пермском крае. Тема вчерашней конференции была «Здоровое питание», поэтому я рассказала о том, какие салаты мы реализуем в розничной сети, конкретно как с помощью нашего фирменного производства отстраиваемся от конкурентов и то, как вот те профессиональные фишки, которые, в принципе, были интересны всем, и то, чем мы можем как бы привлечь покупателя, привлечь трафик, порадовать своих покупателей. Ну и, в общем-то, все. То есть мы за здоровое питание? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, Ольга, как вам общее впечатление от данной выставки ProtExpo? Знаете, когда живешь в одном регионе, варишься, то есть выполняешь работу, и вот в принципе считаешь себя успешным человеком, и тут приезжаешь, это вот видишь точно таких же активных, целеустремленных людей, это как глоток свежего воздуха, и ощущаешь даже не конкурентную среду, а именно вот среду партнеров, ощущаешь поддержку, находишь вопросы на то, как сделать лучше, как сделать быстрее, как бы сделать интереснее, как получить вот самой взрыв эмоций и передать, соответственно, уже на рабочее место в регион. Какие мероприятия еще планируете посетить в рамках ProtExpo? Ну, хочу посмотреть все, конечно. Интересна была тема про СТМ. Вот сегодня попробую попасть. Ну и все остальное, что здесь есть, что получится. Очень ограничено, конечно, по времени. Ну, интересно все. Ольга, спасибо вам огромное и прекрасного дня.